Добрый день, уважаемые коллеги. Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты и их союзники уважали суверенитет Сирии, не допускали каких-либо действий наподобие акции 7 апреля, которые чреваты самыми серьезными последствиями не только для региональной, но и для глобальной безопасности, для тех основ, на которых зиждется сегодняшнее международное право и миропорядок. Примеры Ирака, Ливии, да и других стран у всех перед глазами. برای همه که متوجه باشند که اقدامات یک جانبه در جامعه بین المللی قابل قبول نیست. هنوز ما همونطور که گفتم از نتایج اقدامات یک جانبه دهه گذشته ان اضیف بان الجمهوریه العربیه سوریه اعلنت مرارا انها لا تملك سلاحا کیمیائیا وهذا بشهاده منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2014 وقلنا بأن ما جرى في خان شيخون عبارة عن عملية مفبركة